Здравствуйте, вы на канале Мимишки Докс, и сегодня у нас начинается видео дегустация. Дегустируем мы всякие разные пахучки и вкусняшки собачьи. Ну, некоторые люди называют их вонючками. Итак, участвует сегодня у нас Фанни Вестик. Все эти вкусняшки она уже давно знает, она пробовала. Сейчас мы будем смотреть, что же она больше всего предпочитает. Вот такое у нас ухо. Рубец. Ушко кролика, ну и бычий корень. Ну, все понимают, что это. Ложим мы наши все вкусняшки. Вот. И будем приглашать Фанни, потому что запах стоит на весь дом. Фанни это все слышит. Она эти вещи очень любит, вкуснятины. Она, если можно услышать, она пищит. Ну вот, посмотрите внимательно. И будем мы начинать наш эксперимент, в котором участвует Фанни Вест Хайленд Терьер. Начинается дегустация. Фанни! Итак, начинаем знакомиться. Фанечка, смотри, что тут? Фанни! Так вот было выбрано наша вкусняшка. Фанни, вкусно? Скажу вам честно, запах у нас стоит такой не очень приятный, но для животных это все очень-очень аппетитно. Любит она эти все штучки. Вот, например, у нас Мося абсолютно равнодушно к этому всему относится. Цель этого эксперимента была посмотреть, какую любит вкусняшку, что Фанни предпочтет. Вот, Фанни уже исправилась. Вы видите сами, как собака с удовольствием ест. Все, Фанни, больше не будешь кушать? Вкусно было? Фаня, вкусно? Обязательно нужно, чтобы была водичка, когда ваша собачка ест такие вкусняшки, потому что их жажда мучает. Ну и не злоупотреблять, это не основная еда, это просто как лакомство, не забывайте. Также покупая вкусняшки, да, изначально я покупала ассорти, потом мы уже поняли, что больше любит Фанни, и я покупаю определенные продукты, которые она любит. Скажем так, как наша Моня Пекинес, она абсолютно равнодушна к этим всем вещам. Мосенька у нас не любитель этих вещей. Фанни мы иногда балуем. Особенно это очень хорошая вещь, когда вы куда-то уходите и оставить такое лакомство собачке, которое не скучает, она иногда прячет, ходит. Это очень тоже хорошее занятие для того, чтобы занять собаку, и она не скучала во время вашего отсутствия. Таких лакомств очень много, микроэлементов, витаминов. Это очень полезно для зубов. Также очищают зубы. Поэтому покупайте и балуйте иногда. Это, повторяю, не основная еда. Ты будешь вот такое? Да. Я же говорю, если не все собаки это любят. А теперь посмотрите на Фанни. Ушко, зайки. Так, то, что я вам и рассказывала, то, что написано, что это закуски для собак, вяленые и сушеные лакомства. Очень вкусные, ароматные, идеально для тренировок. Идут они насыщенные протеинами, микроэлементы. Обязательно, что важно, повышают настроение и активность собачки. И, как я вам рассказывала, по поводу того, что дома, когда я оставляю Фанни, я всегда оставляю, как надолго особенно, то я оставляю ей какую-то такую игрушку. Ее внимание отвлекает, и она очень рада. Фанни, кто это? И также вот у нас вторая фирма. Вот, здесь так само написано, что натуральные, экологические
чистые вкусняшки для животных, которые не имеют красителей, консервантов. Также эту продукцию одобрили ветеринары. Вот такой у нас был сегодня эксперимент. Эксперимент Фанни очень понравился. Она любит сниматься в видео. Собачка не скучала, была занята, было интересно. Если вы еще не подписаны на наш канал, проверяйте свою подписку на наш канал. Ставьте лайки, нажимайте колокольчик, и вы не пропустите наши новые видео. Пока-пока, Фанни!